Месть – это блюдо, которое подают холодным, или, по крайней мере, не очень горячим. Нынче Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов таки отомстили боссам ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину за то мятежное унижение, которое РФ-руководители пережили 24 июня 2023 года. Однако сказалось опять же отсутствие у этих людей стратегического мышления и одномерный подход ко многим проблемам. Ликвидация Пригожина и Уткина привела буквально в ярость и сильно деморализовала актив спецоперации «Z», сторонников доведения войны с Украиной до победного конца. И это очень скоро аукнется и Кремлю, и Министерству обороны, и Генштабу. Третий цикл саморазрушения Владимира Путина, предсказанный нами в 2016 году и начатый 24 февраля 2022 года, продолжается и близится к своей кульминации.